Очередная партия гуманитарной помощи была загружена сегодня в грузовик и отправлена в региональный склад, а уже оттуда собранные студентами вещи поступят в Мариупольский университет. Идею сбора гуманитарной помощи подхватили все институты Казанского университета. Студенты честно признались, помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, решение правильное. Сотрудники университета на своем примере показали студентам важность помогать нуждающимся. В КФУ был создан гуманитарный штаб «Мы вместе». Казанский федеральный университет присоединился к этой всероссийской акции. Наши студенты институтов, ну и сотрудники были оповещены об этом. Они приносили вещи, канцелярские товары, которые собирали вот в центре общежития номер 8. Целенаправленно собрали, все сложили. И вот сегодня мы отправим эту гуманитарную помощь уже в республиканский центр, откуда она отправится в Мариуполь. Я решил поучаствовать в этой акции, потому что это способствует развитию патриотизма среди студентов. Я рад был бы вложить свою помощь в это мероприятие. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета начали сбор гуманитарной помощи для Мариупольского университета еще во второй половине сентября. Начало акции было инициировано Елабужским институтом КФУ и поддержано ректором университета Ленаром Сафиным. Он предложил присоединиться к акции всех неравнодушных сотрудников Казанского университета. На протяжении долгого времени в Мариупольском университете возникают различные проблемы, из-за которых начать учебный процесс затруднительно. К примеру, в настоящий момент в Мариуполе нестабильна подача электроэнергии и не хватает базовых принадлежностей для учебы. Нет элементарных канцелярских принадлежностей, нет бумаги. И сегодня студенты Елабужского института собирают все необходимое из канцелярии, чтобы помочь коллегам Мариупольского университета. А наши преподаватели и сотрудники инициировали сбор денежных средств, которые мы направим на приобретение цифровых устройств, такие как МФУ. И очень надеемся, что все это поможет для начала организации учебного процесса и работы в целом крупного образовательного центра Донецкой Народной Республики. Напомним, помощь жителям Донбасса коллектив Казанского федерального университета оказывает с начала специальной военной операции. К примеру, этим летом в лагере «Буревестник» состоялась образовательная смена для 100 детей из 5 городов ДНР. Аделина Абдрахманова, Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.